Всем привет, меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер. Делаем проекты для частных, корпоративных клиентов. Сегодня мы на выставке Maison Objet, и мы покажем наиболее интересные стенды, потому что выставка просто огромная, тут 8 больших павильонов, и в них просто можно запутаться. Мы прошли все павильоны, отфотографировали практически все интересные позиции и стенды, и сейчас некоторые из них вам покажем на этом видео. Добро пожаловать и пройдем экскурсию по выставке Maison Objet вместе с нами. Интересная коллекция из шкафов, из алюминия. Алюминий сделан лазером, методом резки. Внутри основа – это камень. За счет того, что шаблоном удается вырезать его конфигурацию, дальше лазер вырезает из листов алюминия, достаточно толстого, стенки. И в итоге он, получается, со всех сторон соединяется. Получается такое вот интересное нестандартное решение. Ну вот единственное, что углы достаточно острые. Музыкальные установки в ретро-стиле, отдельные Wi-Fi-ные модули, сделаны как стол, как тумбочки. Интересное решение для интерьера, совершенно разное. Металлические тумблеры внутри включаются-выключаются, можно эквалайзером поработать. Выглядит очень красиво, можно использоваться как тумбочка, при этом отсюда идет звук и сама по себе доставляет эстетическое удовольствие. Здесь ребята делают все из травертина, и здесь представлены столики, которые крутятся, латунный шарнир, и можно вращать. Столик, тоже сверху латунные прикрученные элементы, и ножки, сделанные тоже полностью из травертина, из круглого, которые выступают в виде колонн. Также интересна вот эта вот идея с бра-подсвечником, который может включаться и выключаться вот за счет такого простого движения. Также в коллекции получаются маленькие столики, большие столики и вот даже стул, качалка, кресло-качалка. Это итальянская компания, и они специализируются на дизайне из травертина уникальных объектов. В данном случае это светильники, которые можно использовать как интерьерный свет и одновременно произведение искусства, потому что они его позиционируют именно так. Продается всего 5 штук, то есть они делают 5 вот таких вот элементов каждый. То есть это лимитированная коллекция, из-за этого еще и получается и стоимость. То есть стоимость такой вот конструкции – это 20 тысяч евро. Выглядит действительно интересно как идея, потому что берется целиковый слэп травертина, и из него выпиливается такой интересный дизайн. Вот в виде более такой плавной формы, в виде, не знаю, груши какой-то такой обрезанной, половинчатой. Здесь три ноги, светильник, ну и здесь такой стандартный, как колонна, получается такой монументальный. Все они очень интересные, выглядят вживую здорово, маленькие рытвины. Серьезный такой объект, ну и украсит любую гостиную дома в качестве акцентного элемента для дизайна. Светильники, такой специальный дизайн в виде клеток для птиц. Внутри находится лампа, по центру находятся птицы, и снаружи это сетка. Совершенно разные размеры, есть большие, есть поменьше, как бра или торшеры. Птички такие тоже очень качественно сделаны, интересные, сама клетка, и выглядит очень легко и очень здорово. Особенно мне понравилось то, что сзади тоже есть как-то небрежно нарисован рисунок в виде леса. Цвет хорошо сочетается, темный цвет стены, контрастное изображение. Второй момент, что здесь представлены, это вот такие конструкции в виде гипса. То есть тоже, скорее всего, делается это все по сетке гипсом. И это делается для больших пространств, для индивидуального дома. Можно, по сути, разрабатывать не только лепные конструкции для стен, но и целиковые предметы интерьера, в данном случае светильник. И если обратить внимание еще наверх, здесь тоже получается светильники в виде розеток, и сзади за этими розетками стоят лампы. Эти розетки будут спускаться с потолка ниже, как будто будут парить, то есть будет освещаться потолок, если потолки позволяют повесить достаточно высоко эту конструкцию. Здесь создаются уникальные тоже продукты. Уникальные они, потому что всего 12 элементов в коллекции. Выбран вот такой вот интересный рисунок, частично из Африки, частично из Франции. Есть несколько конфигураций. Маленький столик. Coffee table – это чуть побольше, два вида дерева, тоже африканская. Панель здесь, консоль, основание точно такое же по дизайну. И вот один из вариантов тоже может быть вот такой камень в качестве основания. Кресло, которое может быть использовано в интерьере тоже как акцентный элемент. Большое достаточно, как трон, просто привлекает внимание. Стоит 5000 евро. Ну, в принципе, здесь вот сделано так все идеально и... Учитывая то, что это лимитированная партия, даже для минимализма, там, поставить по центру. Сварные швы здесь, ну, они есть, но
не напрягают. Да, нижний валик очень удобно приходится на поясницу. Он сделан другого цвета, причем цвет подобран тоже очень удачно. Здесь и синие есть валики, и желтые, и черные. То есть все сочетается. Сидеть действительно удобно. Решение с вазой – это дуб. Он загнут таким хитрым способом. Как это сделано? Это сделано благодаря пару. Холодный пар делает подвижным материал, и за счет этого можно создавать такие интересные формы. Немногие компании могут сделать такие вот стыки. Стул стоит 2000 евро, ваза стоит по 800 евро, но они используются как арт-объекты. И здесь мы видим тоже такую вот расческу, получается. Это тоже часть дуба. Они их пропилили, смазали очень качественным маслом, сделали хорошую и правильную подсветку, и за счет этого получается практически арт-объект. То есть делать-то особо тут нечего. Берешь, высушиваешь дуб материал, создаешь такой интересный эффект, и картина готова. Вот, естественно, продает за большое количество евро. Ну и вот еще одни вазы таким же способом сделаны. Очень интересная технология, да, если освоить ее, то можно применить для творческого креатива, да, если вы дизайнер, можно проявить фантазию и дальше продавать это все дело клиентам. Светильники, они сделаны из ткани, два светодиодных профиля с подсветкой, просто обшиты тканью, и получается такое вот интересное качественное яркое свечение. Второй вариант света этой же компании – это профиля, которые скручены между собой, сделаны в виде сетки, и получается такой вот светильник над столом, который дает мягкий рассеянный свет. Также есть большие светильники, тоже тканевые, уже в виде торшеров. Тоже мягкий качественный свет. За счет того, что ткань идет такими вот наплывами, то есть получается такой объем. Свет дает объем. И профили, вот еще тоже интересная конструкция, интересный светильник, потому что можно практически любой формы его двигать. И вот здесь есть соединительные элементы. За счет них получается светильник любой конфигурации. То есть можно взять маленький, большой, для разного уровня по высоте потолков скрутить тоже разные конструкции. То есть это элементы одновременное творчество, ну и одновременно получается такой handmade арт-объект из готовых профилей. Здесь представлены светильники в виде орбит, сделаны вот эти кольца. Можно придать им, ну, разную форму. Есть разных цветов, небольшие, побольше. Ну и также вот лампы совсем большие. Двигаются на шарнирах очень плавно, создают такую иллюзию релаксации, расслабления. Настенные светильники, круглые светильники, они дают возможность осветить заднюю часть очень таким мягким, симпатичным светом. То есть выделить ее можно, вешать одну, две или три. Каждый такой светильник, он тоже сделан из профиля. Мягкая подсветка стоит около 1000 евро. Ну, то есть за маленький чуть меньше, да, за большой около 1000 или чуть больше. Использование светодиодов в качестве настенного светильника. Тоже лепестки вращаются. Таким образом можно задавать разную атмосферу. Для всех коллекций свойственно какие-то изменения, да, то есть такая какая-то планетарная идея. Это подтверждает спиралевидная, как ДНК какая-то завернутая конструкция. То есть одновременные движения и свет. Это тот пример, который позволяет за счет некой идеи создавать продукты и эти продукты увязывать в одну концепцию. Сижу в кресле, которое сделано полностью из коры дерева, запеченная в печи кора, то есть внутри тоже абсолютно такой же материал, оно устойчивое как для интерьера, так и для экстерьера подходит, можно использовать под фасады. Очень мягкая, интересная форма получается, стоит 2000 евро. Это компания, которая занимается именно обработкой дерева, и ее специализация на то, чтобы создавать, ну, вот такую пробку. Из пробки в дальнейшем они открыли несколько лет назад производство фурнитуры, то есть мебели, и привлекли дизайнеров делать такие разные интересные образцы. Суть достаточно простая, применяется натуральное дерево, и в качестве сиденья используется пробка. Поэтому есть разные образцы. Стоимость стулья 500, 700 евро, 2000. Такой будет стоить 300-400. Выглядит очень здорово. Натуральные материалы, полностью все экологично и натурально. Достаточно тяжелое, одновременно упругое. И, в принципе, легкое для того, чтобы, ну, можно было переносить. Также не ограничивается только фурнитурой, да, можно использовать, вставлять светильники. В общем-то, идея очень простая, что если взять пробковую панель,
и понимать ее свойства, то дальше можно за счет дополнительных элементов делать свой дизайн, поле для творчества в качестве дизайнеров, когда простыми элементами, простыми инструментами можно обработать материал и получить интересные предметы. Вот пробковый материал используется для дома в Португалии. Сделан фасад. Получается такое единство с природой и устойчиво к погодным явлениям. Для фасада 200-250 евро за квадратный метр. Табуреточка. Можно присесть, поставить ноги. Дизайнер сделал несколько объектов. Это лампа, которая двигается. Она может быть в сложном состоянии, в разложенном состоянии. Подсветка, LED-подсветка светит встроенная в мрамор. Второй тип лампы, вот такая лампа тоже из мрамора, LED-панель. И самое интересное, здесь вот такой шарнир, который позволяет покрутить. За счет того, что это мрамор, настоящий материал, очень тактильно приятный, плюс хорошая такая фаска сделана, удобная, и за счет того, что он тяжеленький получается, хочется, в общем, продолжать крутить. То есть такая медитативная конструкция. Дизайнер спросил, он, конечно, не признается, говорит, точно не для релаксации, но мне кажется, самое то, использовать эту лампу именно для этого. Так вот сидеть и крутить. Есть разные цвета. Белый, темный. По стоимости 700 евро, 1200 евро. Такой светильник тоже около 700 евро. То есть это все public price. Для дизайнеров еще возможны скидки дополнительные, которые можно поделиться с клиентом. Инсталляция была сделана так, что ты можешь развернуть и не видеть света, чтобы он не попадал в глаза. Вне зависимости от того, где ты сидишь, раз подвинул, если поменял местоположение, то в глаза тебе никогда не попадает. Но при этом свет имеется вокруг. Тренажер Техноджим вместо стандартной деревянной панели здесь полностью металлизированная поверхность. То есть, когда ты занимаешься, можешь видеть свое отражение. И вообще он теряется, то есть он не выглядит как тренажером, он выглядит за счет того, что сделан весь из металла, достаточно мощного, и даже вот ручки сделаны из акрила, то есть он выглядит как арт-объект. Его еще подсветить должным образом, и вообще будет счастье. Это тот случай, когда тренажер не мешает интерьеру, а наоборот может его даже сделать. Небольшие светильники, есть маленькие, есть побольше, используются для сада. Сделано такого из металла, с окружающей территории буквально сливается, самого света не видно, то есть они как бы утоплены немножко внутрь. Второй вариант – такие домики, как грибочки. Тот же металл, свет идет снизу, освещает травку. В наших краях, наверное, будет мало, да, снег заметет, вот надо что-то выше делать. Для лета неплохо использовать вот такие арки, как радуги, только бетонные. Экстерьерный светильник, называется «Киборг», сделан из бетона, сверху встроенная подсветка. И светит вниз, образуя тени, ну и такое вот яркое пятно. Высвечиваются неровности, естественно, неровности бетона. Ну и самое интересное, что кроме экстерьерной темы, есть такая же и интерьерная. При нажатии рукой включается, и здесь вот в зависимости уже от выбранного цвета появляется нужный оттенок. Мягкое включение при нажатии руки, включение и выключение. Для освещения у нас обычно применяют китайские лампочки, фонарики, которые не очень хорошо выглядят и не дают достаточно света. Вот для того, чтобы света было достаточно, используют вот такие уже качественные свет. В данном случае все прорезиненное, все надежное. При этом свет достаточно яркий. В LED-светильнике вот можно развешивать полностью над террасой, и они будут светить достаточно ярко. Свет тоже можно подобрать нужной температуры. Ну и в качестве дополнения, если нужно куда-то применить, вот есть такие с резиновой такой прокладочкой, очень тоже качественные, на батарейках светильники, которые можно просто везде вешать и потом убирать. Вот они вместе с большими светильниками образуют единство стиля, можно украсить всю площадку. Полосы, которые растянуты с пола до потолка в такой хаотичной форме, одновременно являются и светильниками. Включается, выключается движением руки. И, что самое интересное, здесь еще можно изменять температуру, просто двигая вверх и вниз, давая больше усилия, либо наоборот меньше, меняется интенсивность свечения. Понравилась инсталляция, сделана в виде тоже такого арт-объекта, в виде кактуса. Можно добавлять либо убавлять сегменты. Получается такое интересное пространственное решение, и его можно подсветить.
Вот мы видим, как на небольшом пространстве, практически на 4 квадратных метрах, разместилась ванная, раковина с умывальником, и все это выглядит не захламленным, а достаточно воздушным. За счет чего это получается? За счет того, что ванна удивительно сделана круглая, достаточно удобная, и при этом функционально можно обойти с разных сторон. Ничего не встроено, а наоборот получается воздушно. Это стенд Zahi Hadid. Здесь представлены не архитектура, а аксессуары. Различные параметрические формы, из которых образуются предметы для украшения интерьера. И самое интересное здесь, наверное, сам стенд. Стенд выполнен из поролона. Делаются просто кубики поролона, и за счет того, что идут вырезы накаленной проволокой, получаются такие интересные формы. И весь стенд, это можно потрогать, весь стенд сделан из поролона, сверху просто стекло. Дешево, но при этом выглядит концептуально. На этом стенде представлен пластик, и он применен здесь, ну, наверное, как надо. Здесь разные арт-объекты. Есть, к примеру, стол, в столе запечатаны уже ненужные чеки, бумаги, разлита краска, и все это запечатано в виде такой смолы. Смотрится интересно, и именно такой должен быть пластик, да, не пытаться быть каким-то другим материалом, а вот пластик и пластик, то есть он сам по себе. И второй момент, здесь вот очень интересная такая тоже пластиковая домик, рабочее место, то есть сюда можно практически сесть. Внутри очень уютно. Здесь есть лампочка, и здесь хочется жить, находиться и работать. А для детей такое место, мне кажется, самое то. Да и для взрослых даже. Вот я сейчас тут нахожусь, и совершенно какой-то другой мир попадаю. Как будто я в домике, и в этом домике хочется предаться творчеству. У тебя здесь все есть, все удобно, и все получается под рукой. При этом округлые такие формы, то есть ты как будто здесь и сейчас настроен на долгую, серьезную, правильную работу. Берется разноцветное стекло, и вот нанизываются фигурами одна на другую, получается такой вот классный стол. В принципе, тоже ничего сложного, можно привить чудеса дизайнерской фантазии и сноровки и сделать что-то подобное, назвать своим дизайном. Ну, это можно взять как вдохновиться. Вот, также из стекла сделаны светильники, разные варианты. Есть с прозрачным стеклом, темное, желтое, белое. И с темным стеклом. Но вот темное, кстати, стекло никогда не советую, потому что оно всегда вот в пыли будет и всегда будет в царапинах. То есть стекло надо использовать либо светлое вообще, либо очень легко тонированное. Ну, вот как идея для столешницы выглядит очень интересно. Подобных стендов здесь просто тысячи, наверное, тысячи, когда натуральные материалы, различные цвета, подушки, фактуры, обязательно составленный какой-то из Индии, либо из Китая стол, цветы, либо естественные, либо искусственные, необработанное дерево, такая вот олива здесь. В общем, таких стендов очень много, просто нужно ехать, смотреть, и кому нравятся такие состаренные элементы, состаренные вещи, обязательно на этой выставке найдут для себя очень много чего полезного и интересного. Компания «Дизель» не только делает теперь вещи для модных парней и девчонок, но и аксессуары для уважаемых господ. В данном случае здесь коллекция Space Collection в виде планет, сделаны тарелки. Космическая тема, скафандры. В общем, межгалактические аксессуары есть, поэтому к путешествию на Марс можно быть готовым. Да, эта лампа при нажатии, получается, включается подсветка мордочки, больше-меньше. Здесь тема вторая, настоящая кость из металла, как будто черепа найденная. Кружки интересные, для Инстаграма прям, мне кажется, подойдет. Ну и глобус без всего. Это светильник и одновременно ограждение. Здесь идет плюс-минус по одной стороне и по второй получается питание, и за счет такой вот интересной формы можно их комбинировать, и получается одновременно и такая зона ограждения, и светильник, и арт-объект. Трубы сделаны из акрила, внутри светодиод, снаружи металлическое латунное кольцо. И еще один латунный светильник в виде книги. Получается, как книга открытая, и внутри сделана светодиодная лента, и получается, свет очень мягко распространяется, при этом создается такое ощущение, что это одновременно и светильник, и арт-объект.
Ну вот этот стенд достаточно типичный. Здесь много разной утвари, разные элементы, как стулья, столы, состаренные объекты. Такого много разного качества в стиле лофт. Китайцы тоже представлены в более дешевых ценовых сегментах, так и в более дорогих. Вот от этого зависит качество сборки, качество швов, качество металла. Здесь такой средний уровень. Таких стендов достаточно много под разные стили, от прованса до лофта. Старое амбарное дерево, берут, разбирают доски, и дальше различный декоративный дизайн, делают напилы, разбирают рельсы, разбирают большие ангары и делают и для интерьера, и для экстерьера. Получается такой вот естественно интересный стиль, который можно применить практически везде. Настоящее дерево. Камень тоже разбирается из старых помещений, дальше монтируется на подложку, и таким образом получаются готовые плиты, но с напылением, с оттенком времени, уже служившие ранее. Три продукта. Продукт номер один обращает на себя внимание, потому что светится очень ярко, очень задорно, как кристаллики Сваровски. На самом деле это битое стекло, свет падает сверху, садишься и весь сияешь. Выглядит очень здорово. Углы вот здесь самое важное, что они закруглены, потому что обычно, когда у нас делают мебель из стекла, забывают, что острые углы, и потом постоянно об них задеваешь. И не очень приятные ощущения. Здесь все четко, все классно, все здорово. Скамейка, она интересна тем, что по центру мрамор. Выглядит очень легкой, и можно посадить 4 человека. Раз, два, три, четыре, таким образом. О, даже вот не проваливается. Как это сделано? Закреплена она внутри, что с одной, что с другой стороны. Можно садиться стабильно, хотя ощущение такое, что обязательно сломается. Выглядит здорово. И скамейка третья. Здесь интересный очень наклон. От пескоструйный рисунок. И наклон позволяет очень принять комфортное положение для сидящего. То есть такая стеклянная, легкая, при этом интересная и хорошая для улицы конструкция. 5, 6 и 10 тысяч евро. Эта скамейка завоевала приз. Она была выбрана из 30 всего было мест, выбрана в коллекцию итальянского дизайнера. То есть ее, эту скамейку, используют для дворца президента. Еще один стиль, который очень модный и пользуется популярностью на выставке. Ну, это вот такой арт-деко стиль. В стиле 60-х, можно сказать, с такими крупными формами, мощными латунными элементами и такими приглушенными цветами, но разные. Здесь вот в зеленых оттенках, в розовых оттенках. Стиль есть, но детально мы про него не снимаем, потому что не сильно наш. Гардеробная комната вместе со спальней. Спальня находится по центру, и ее можно обходить и сзади, и спереди. Сзади тоже хорошее правильное оформление. И за спальней сделана гардеробная комната. Это самое лучшее решение, когда есть возможность одновременно спальное место и размещать гардеробную комнату. Тем более здесь еще это сделано достаточно изящно. Комната достаточно большая, вот, поэтому есть возможность сделать проход между спальней и гардеробной и ходить вокруг. Это здорово, потому что когда один человек спит, да, другой не мешает, спокойненько заходит, берет вещи. Это кабинет, тоже такие приглушенные цвета, тона, цвет мебели, цвет стен. Используются такой же оливковые шторы. А потолок, как ни странно, темный, при этом никаких здесь, значит, проблем с ощущением нет, наоборот, более уютное пространство получается. Диван в светлых тонах, столик кофейный с настоящим цельным куском мрамора и напротив камин, можно наслаждаться беседой. Как будто косяк такой плывет. Сделанное из дерева, просто стилизованное за счет того, что получается большое решение, большое крупное и интересный объект. Постаменты сделаны сверху, это куски сланца, а снизу тумба облицована грубыми кусками коры из дерева. Сверху стоит вот такая инсталляция, получается натурально на натуральном, как арт-объект, либо как два таких элемента для центральный вход. Входа в зал очень здорово смотрится. После классических цветов попадаем в яркое пространство. На этом стенде буйство красок, поэтому на выставке не только пастельные тона, но и яркие цвета и объекты. Тем, кому нравится
интерьере в более ярких тонах тоже для себя могут найти много цветов. Элементы, которые можно использовать уже в качестве декора. Самое главное, что есть огромные объемы и такие честные материалы, как металл, глина. И выглядит это все достаточно фактурно. На любой вкус, на любой размер. Очень много вариантов на выставке. Мы сейчас находимся в цветнике, но это цветник не настоящий. Да, это все искусственные цветы. Галереи, где представлены в совершенно различных формах, различных комбинациях и цветовых, и фактурных. Все богатство фауны нашего мира. Научились делать на самом деле очень качественно. То есть мы, конечно, не сильно любим искусственные цветы, но нельзя не сказать, что действительно выглядит это очень впечатляюще. Для оформления галерей, оранжерей, может быть, каких-то коммерческих объектов тема очень интересная. Ну, я думаю, и стоят они достаточно много, потому что качество действительно на высочайшем уровне. Создается все из вот таких единичных цветков. Каждый из них стоит 10-12 евро, и можно создавать любые композиции. Настоящие флористы могут использовать теперь искусственный материал. Сделали, даже из горшка можно вытащить абсолютно все как настоящее. Это искусственная земля, искусственный мох, даже какие-то жучки или что-то удобрение, и то даже добавили. В общем, полная правдоподобность. Апельсины, мандарины, апельсины, яблони. И здорово, что даже есть высокого размера. Конечно, стоит, наверное, они космических денег. Такая пальма стоит 250 евро, а такое растение 124. Елка для любителей искусственных елей. Есть и такие. 200 евро стоит. Ель в горшке. 500 евро стоит такое дерево. 500 можно, в принципе, натуральный купить. Оливковое. Ну, здесь уютная атмосфера. Сверху здорово падают тени от листьев. Вот это солнце. Это немецкая компания, предлагает уличную мебель. Стоимость недорогая, может использоваться для сада, так как для веранд. Светильники сделаны из стекла и обрамлены металлом. В них встроен светодиод и распространяется, за счет того, что стекло неровное, распространяется по всей поверхности. Компания называется Abbica, здесь такой большой стенд из нескольких участков, сейчас мы их посмотрим. Концепция заключается в следующем. Это итальянская компания, где придумывают дизайн. Дизайнеры здесь разные, получается, есть итальянские, есть из Голландии. Заказывают предметы интерьера абсолютно с разных уголков земли под единый стиль. Могут скомплектовать весь объект от фурнитуры, мебели, люстры, свет и аксессуары, и сделать это вот в таком вот едином стиле. Пройдем сейчас по стенду и посмотрим разные варианты с разной расцветкой и разными интерьерными решениями. Смесь африканских мотивов и итальянского дизайна, шика. Здесь и такие вот интересные люстры с стеклом. Это стекло хорошо обрабатывается, медицинское стекло называется. Тематически выполнено в зеленом, черном и золотом цвете, сочетается с синим бархатом. Консоль сделана из кости, стоит 4800 евро. Это цена ритейла. Цена, кстати, дизайнерская на всю мебель минус 40%. Качественно действительно здесь сделано для своей цены. И интересное решение. Ну, например, взять люстру с такими, не знаю, что это, стеклянные сталактиты. Хрусталь. Горный хрусталь, свечи, тоже из хрусталя. Стоимость свечи 350 евро, соответственно, пополам для дизайнера. Огромная люстра по центру, 18 тысяч евро, сделана из стекла. Появляются современные элементы мебели, стулья, диваны. Дизайн становится более современным.
Есть дорогой Китай, есть дешевый Китай. Ну, поставщики везде одинаковые. Заслуга дизайнеров итальянских, французских и многих других – это именно выбрать какие-то основные позиции, которые завозить, либо наладить производство, и дальше они уже маркируют это своим брендом и привозят. Вот. Китай есть совершенно дешевый и есть уже среднего качества, ну, либо более высокого, вот примерно как здесь. От этого зависит цена, от этого зависит качество. Ну, вот, к примеру, здесь натуральный камень, да, а более дешевым здесь будет, скорее всего, что-то типа ламината. А выглядеть будет одинаково. Таким образом, не стоит доверять слепо картинке. Обязательно имеет смысл трогать все руками, потом только заказывать. Поэтому нужно посещать выставки. Светильники, они напоминают сетки для ловли рыбы. Сюда рыба заплывает и не может выплыть. И как будто свет – это такой манок для них. Вместе эти светильники образуют такую пространственную конструкцию, которые могут быть использованы по центру композиции, по центру комнаты. Это 8-й павильон. Здесь представлены бренды достаточно дорогие, мебельных компаний, ну, которые здесь не так много, и лучше их, конечно, смотреть на миланской выставке. Но, тем не менее, здесь тоже есть несколько интересных стендов, которые мы сейчас покажем. Мы сейчас находимся на стенде компании Parada, компании из Италии, которая предлагает высококачественную отделку и мебель в современном стиле с таким приглушенным естественным дизайном. Разные дизайнерские объекты полностью для того, чтобы скомбинировать себе квартиру либо дом. Здесь и журнальные столики, и обеденные столики, диваны, кресла, спальня, гардеробная, то есть все в одном. И при этом дизайн не повторяется, он уникальный, хорошо читаемый. Качество тоже на высоком уровне. Ну, посмотрим некоторые объекты, элементы. Обеденный стол, натуральный камень. Здесь не из массива сделано, сделано из шпона. Не знаю почему. Почему-то вот они любят некоторые вещи из шпона делать. Здесь стул такого же материала, как и функциональные полочки. Они крепятся от пола до потолка. Соединение дерева и металла, а также стекла. Ну, плюс здесь функциональные такие зоны, кстати, интересные. Вместо петлей здесь сделаны тросики. То есть внимание везде к деталям. Интересный механизм такой. Стол с массивным основанием. Сделано здесь уже из массива дерева. И в трех точках соединяется. Сверху стекло. И когда сидишь, видно внутреннюю всю конфигурацию, что тоже достаточно красиво получается. Зеркало, журнальные столики, консоль такая же, как была, только уже крепится не к потолку, стене, и по центру телевизора, где как раз показывается, как итальянские мастера создают шедевры итальянского дизайна. Перегородка достаточно легкая, сделана не из массива, это шпон. Столик из натурального камня. Камень здорово обработан, потому что он не блестит, он матовый. Такой уровень обработки достаточно симпатичный, получается необычный. Вот. Ну и основание из массива плюс металлические латунные вставки. Кровать, конечно, выполнена, подразумевает использование балдахина. К ней тумбочки, одна и вторая комод в аналогичном дизайне. Ручки комода сделаны из кожи. Поэтому, когда притрагиваешься, приятное ощущение. Светильники тоже разработки этой компании. И зеркало. Все в едином стиле. Также туалетный столик. Сверху кожа. И внутри тоже здесь кожаное, все бархатное. То есть все достаточно высокого качества и в едином стиле. То есть для тех, кто хочет в едином стиле интерьер сделать, купил квартиру или дом, покрасил стены, и можно целиком скомплектовать объект в одной компании. Стенд Элябже, и смотрим коллекцию Haas Brothers. Это коллекция с ироничным дизайном, непривычной, непонятной формы. На самом деле это ароматические чаши, свечи поджигаются и излучают приятный запах. Различные формы, различные конфигурации, все сделано вручную. Стоимость 900 тысяч евро, и дистрибьютор еще выбирает, да, кому продавать. То есть такие практически коллекционные изделия. Вообще здесь представлены разные декоративные элементы. Да, когда дом готов, можно уже наполнять его. Можно наполнять китайским ширпотребом, а можно, как в лучших домах, использовать оригинальные предметы интерьера, сделанные специализированными дизайнерами. Вот, тогда каждый предмет интерьера будет украшать дом. Здесь представлены ароматы дома,
которые можно поставить, и они будут распыляться автоматически. В каждой комнате может быть либо свой запах, либо везде одинаковый. Ароматы очень приятные, важная часть дизайна для того, чтобы полностью построить ощущение от дома. Понравились вазы для фруктов с шипами. Очень прикольные, такие симпатичные. Делают весь интерьер. Главное не наколоться на них. Это зона бара, когда долго гуляешь по стенду, конечно же, нужно отдохнуть. Здесь подают напитки и зона для переговоров, для отдыха. Сверху натянули карниз и спустили шторы. Люди сидят, друг с другом не пересекаются, то есть такое чувство получается уединенности. При этом есть подсветки, которые создают еще и интересные цветовые эффекты. Это одновременно и бар, и арт-объект, и все сделано это недорого. То есть это тот принцип, когда дешевый дизайн, а оно при этом выглядит симпатично. И функционально, потому что люди чувствуют себя уединенными, хоть и закрыто такой вот небольшой прозрачный тканью. Компания Antolini, Италия, производит мрамор. Здесь хочу обратить внимание на фактуру. Здесь уже мрамор научились-то делать и добывать многие, но с фактурой работать еще не до конца. Вот здесь представлена такая матовая, получается, фактура камня с торца. Тот же самый мрамор, но уже более рельефный. Получается совершенно другой рисунок, совершенно другое ощущение. И совершенно другой дизайн можно использовать. Более 1000 разных отделок от камень. Как мы привыкли, что камень просто шлифуется, и у него получается рисунок. Здесь же совершенно обратная ситуация. Можно получить рельефную поверхность, как будто это кожа. Можно выбить какие-то даже участки. То есть очень много разных элементов отделки, начиная от практически шлифованного материала и заканчивая материалом, когда там прям рытвины получаются. Единственное, что заказать напрямую не получится, нужно найти дистрибьютора и через него уже делать запрос. По цене не раскрывают карты. Тема интересная, но нужно индивидуально будет запрашивать цену. Получать уже слэбы, допустим, в Москве либо в России, стоит отделки, которые заказываешь, и дальше уже местная компания будет из этих слэбов делать финишную фурнитуру, либо это будет столешница, то есть все что угодно. Это оникс, но обработан, вот здесь видно даже рытвины такие, то есть обработан специально, как будто от песка строен, все он получается рельефный, как будто такой минерал светится. Блока до бока, комод из металла. Все очень дорогое, элементы необычные. Консоль двигается в разных форматах, как будто стволы дерева, но сделано из мрамора. Здесь не из мрамора, а здесь из пластика, конечно, сделано, поэтому смотрится так немножко странновато, когда трогаешь. Зеркало из как будто гвоздей, сделано из латуни, гвозди натыканы вокруг зеркала. Но это не зеркало даже, а металл, то есть все сделано из единого куска. И снизу консоль зеркальной поверхностью, насекомыми, которые ползут как будто к нам. Интересный элемент декора. Вместо светильников здесь такие инсталляции из птиц. Светодиодное освещение. Здесь такие как будто куски золота. Отличный акцентный элемент для столовой зоны. Зеркальный шкаф. На самом деле это не зеркало, а хромированная сталь. А внутри какая красота. Шпанированные шкафчики. Открываются и закрываются с доводчиками. Консоль в таком же стиле. Ложбинка из золота. Дверки открываются и внутри дорогой красивый шпон. Зеркало, такая чеканочка по кругу, как обрамление. Слева-справа бра в похожем стиле. Здесь интересный дизайн дивана. Все вот это очень сложно делать, как будто помятая фольга, обрамление дивана. Столики, основание акрил, сверху металл. Смотрится воздушно. Вовсю используется тема с насекомыми. Везде жучки, огромные куски как будто античных статуй. На самом деле это просто обрамление кресла. Крупные объекты, фундаментально. На выпуск идут сварные швы. Ну, не знаю, это плохо или хорошо, особенность, наверное, такая. Просто нужно быть к этому готовым.
шикарная люстра и бра в таком же дизайне, решает композицию. Шторы как будто занавешивают окно. Столики, да, из настоящего металла, полностью металлические. Кстати, симпатично смотрится. Сверху как будто спил дерева. Фонарь, он целиком выходит из зеркала, как будто из другого измерения. Современную действительность разрезает какая-то золотая рана, оттуда выходит невообразимый фонарь классического содержания. В этой центральной зоне представлена смесь абсолютно всех коллекций, сделана для того, чтобы показать, как разные предметы интерьера смешиваются. Получается достаточно неплохо. То есть здесь представлено и соединяются между собой эти разные бренды из разных коллекций. Стол, стулья, тумбочки, светильники. И за счет того, что материалы, формы примерно по объему одинаковые, все это дело тоже сочетается, то можно комбинировать эти коллекции. Это недавно запущенный бренд для того, чтобы немножко сделать более домашний дизайн. Здесь он тоже шикарный, конечно же, но цвета немножко приглушенные. И в отличие от кричащих предыдущих концепций, здесь идет более спокойная, более такая домашняя, более уютная обстановка, как в дорогом автомобиле. Но даже подушки строчку похоже имеют, как в салонах. Но какие-то элементы в любом случае даже в этот стиль могут применяться из других коллекций. Здесь все взаимосвязано и работает вместе. Интересная картина здесь, ну даже не картина, а как соотношение, как стенд с материалами. То есть это и панно, и одновременно арт-объект. Здесь представлены различные конфигурации по материалам, которые применены в данном стиле, в данном варианте. То есть можно выбирать вот шпон, да, готовый массив, ручка и... Если все так сделать, даже это смотрится как отдельный арт-объект. А вот второй вариант – это другой стиль, свои материалы, своя кожа. Можно показать заказчику, как из чего будет сделано, и потом даже поместить в интерьер. На этом стенде представлены объекты, сделанные из бронзы, ножки, птицы, различные элементы. И вообще весь здесь дизайн такой честный, мощный. Чаша весит килограмм 7-8, тяжелый очень. Зеркало из бронзы. Здесь латунь и горный хрусталь. Стоимость примерно бра 1500 евро, если покупать не как клиент, а как дизайнер. Такой штуки около 2,5. А, вот, кстати, интересная тема. Здесь сделано из трубок. То есть просто берется трубка разного диаметра, пилится на части, и получается вот такой вот интересный стиль. Потом соединяются между собой оловом, спаиваются. Мрамор, камень, также бронза. Центр из хрусталя горного, дальше латунь, и подсвечивают все три светильника трехваттных, то есть это такое не очень яркое свечение, таинственное. Заканчивается наша экскурсия по выставке Maison Objet. Что можно сказать? Стендов очень много. За 5 дней обойти все даже по одному разу достаточно сложно. Приезжать нужно обязательно, приезжать самостоятельно и приезжать со стратегией, которая позволит максимально здорово провести время не только с точки зрения впечатлений, но и чтобы что-то осталось. Потому что видим тут много дизайнеров, которые ходят с открытыми глазами, не понимают вообще, на что смотреть не надо. Кто-то, наоборот, такой ходит, я уже это все видел. Вот. Очень важно, чтобы все это потом работало, иметь возможность правильно соединить. У нас есть специальная технология, о которой вам расскажем. То есть мы сфотографировали все, выбрали наиболее интересные вещи, о них записали видео. Те, кто нам понравился, мы с ними договорились о взаимном сотрудничестве. В общем, как правильно посещать выставку, уже есть опыт, как мы провели эти 5 дней, скажем, на отдельном видео. Ну, а надеюсь, эта экскурсия небольшая, но очень увлекательная вам понравилось. Если да, то пишите комментарии, задавайте вопросы об организационной стороне вопроса. Ехать ли на машине, ехать ли на метро, сколько придется платить, где останавливаться, как жить, что делать, как пройти бесплатно, либо стоит заплатить, как взять одного, двух, трех друзей с собой, платно или бесплатно. Об этом во всем есть много чего интересного, что я могу рассказать, поэтому задавайте вопросы и, конечно же, поделюсь с вами опытом создания. Ну, а вам желаю удачного дизайна и внедрения в свои проекты, новых идей, которые вы, возможно, подчеркнули из нашего видео.